Насколько стали дольше жить и от чего чаще всего умирают жители республики? Эти и другие данные накануне озвучил Минздрав Чувашии. 2 года и 10 месяцев. Настолько за последние 5 лет возросла средняя продолжительность жизни в республике. Сейчас она составляет чуть более 71 года. Кроме того, 4-й год подряд в Чувашии регистрируют демографический прирост. По сравнению с 2014 годом, в 2015 смертность в республике снизилась на 293 случая. По показателям снижения смертности Чувашия входит в тройку лидеров среди регионов ПФО. Умирают жители региона чаще всего от болезней системы кровообращения, внешних причин, болезни органов пищеварения и дыхания. Минувший год был успешным для снижения смертности от болезней органов дыхания. Мы говорили о том, что по этому показателю мы находимся в хвосте в целом по Российской Федерации. Но снижение в прошлом году на 17%, мы считаем, что это хороший шаг вперед, но пока еще недостаточный. Еще одна болевая точка. В прошлом году люди чаще умирали от рака, почти на 9%. Снизить этот показатель, возможно, удастся в этом году. Планируется завершить строительство нового хирургического корпуса Республиканского онкологического диспансера. Это позволит увеличить количество высокотехнологичных операций в 1,5 раза.